Всем привет, друзья! С вами, как всегда, канал Я Ютубер, и сегодня я вам расскажу, сколько платят на Ютубе. Итак, самый распространенный вопрос в интернете – сколько платят за 1000 просмотров, сколько платят за 1000 подписчиков, 1000 лайков и так далее. По сути всего этого верно только первое. Платят только за просмотры, да и то не за обычные просмотры, а за коммерческие. Если по-простому, то коммерческий просмотр – это тот просмотр, в котором была задействована или показана реклама, а это далеко не все просмотры. Давайте разберем, сколько же все-таки платят на реальном примере одного из моих каналов. Для всех далеко не секрет, что есть дорогая реклама и реклама дешевая. Дешевая реклама показывается на детских каналах, летсплеях и так далее. Дорогая реклама показывается на финансовых каналах, бизнес-каналах и так далее. Так вот, один из моих каналов имеет тематику саморазвития. То есть цена на рекламу там средняя, и не низкая, и не самая высокая. Также канал рассчитан на русскоговорящую аудиторию, так что это будет идеальный пример. Возьмем, например, один день. За этот день было заработано $54.60. При этом за день набралось около 160 тысяч просмотров. Для того, чтобы узнать, сколько в среднем платят за 1000 обычных просмотров, акцентирую ваше внимание, что именно обычных просмотров, мы $54.60 разделяем на 169, то есть 169 тысяч просмотров, но разделяем просто на 169. Это равно 32 цента. Получается, что за 1000 просмотров платят 32 цента. Но здесь есть огромное но. Видео на этом канале в основном длительностью более 10 минут. А это значит, что рекламы больше. Например, на видео менее 10 минут цена за 1000 просмотров будет в пределах от 1 до 5 центов, в редких случаях около 10. В данном случае из 160 тысяч просмотров было чуть менее 67 тысяч коммерческих просмотров. Это более чем в 2 раза меньше. Если $54.60 разделим на 67, равно 81 цент. То есть за 1000 коммерческих просмотров, просмотров, на которых была показана реклама, мы получаем в среднем 80 центов, если преобладают видео длиной более 10 минут. Если видео менее 10 минут, то этот показатель в среднем уменьшается чуть больше, чем в 2 раза. С этого можно сделать вывод. Если у вас на канале есть видео в равной пропорции как более 10 минут, так и менее 10 минут, то средний показатель за 1000 коммерческих просмотров будет равен 50 центам. А за 1000 обычных просмотров в районе 20-25 центов. Ну а за 1 миллион обычных просмотров можно получить в среднем $250. Теперь и вы можете рассчитывать приблизительный доход каждого блогера, также рассчитывать свои будущие доходы. Не забывайте подписываться и ставить палец вверх.